Пожарная и общественная безопасность, борьба с борщевиком, налоговые вопросы. Это и многое другое стало темой обсуждения на собрании с руководителями дачных кооперативов и СНТ в администрации Одинцовского района. В преддверии дачного сезона одна из главных тем повестки – изменения в дачном законодательстве. На вопросы председателей садоводств о 217-м федеральном законе ответила Динара Хакимова. По ее словам, закон привнес много изменений, которые могут упростить жизнь дачников. Например, такие как очно-заочное голосование, наверное, вы слышали, да, у нас появилось один из видов. Значит, уполномоченных у нас нету, не знаю, есть ли у вас они в принципе. Да, но если в уставе у вас есть уполномоченные, данное положение работать не будет. Не надо заключать договора с индивидуалами, если эти положения есть в уставе, тоже не работает. Индивидуалы будут платить, но уже по судебной практике они платят абсолютно в таком же размере, как и члены. Не менее интересующий садоводов вопрос – вывоз мусора. На собрание пригласили представители регионального оператора, с которыми председатели кооперативов и СНТ могли заключить договоры. По новому законодательству с 1 января 2019-го наличие такого договора обязательное. В ином случае предусмотрена административная ответственность. Штраф до 300 тысяч рублей. С 1 января 2019 года на территории Одинцовского района работает русский региональный оператор. Эта услуга стала коммунальной. Он является гарантирующим поставщиком данной коммунальной услуги. И он единственный, с кем можно заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Ключевое слово «единственный». Как отметил Михаил Каратаев, региональный оператор также обязан заключить с садоводами договор на вывоз КТО. Для этого председателям необходимо направить оператору заявление, форму которого можно получить в местных администрациях. Роман Попов, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».